богатство. Это мое. Ты мне пригодишься. Видим противника, весьма сильного. Даем стан. Противник будет обездвижен на 2 секунды. Прожимаем третий скилл, это прибавит нам брони. Ульт у нас в КД, это может сыграть плохо для нас. Так как Скаймаг может выдать нам весь свой прокаст, включая свою противную ульту. Но с вами я, поэтому деремся. Соло, просто соло. Замечаем Секира, который пришел в крысу нам. Казалось бы, безвыходная ситуация. Но не для нас. Прожимаем все кнопочки, которые только есть. Тыкаем по нескольку раз, потому что дот это такая штука, где нужно долбить по клавиатуре, чтобы что-нибудь прожать. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. В Лите идут ключевые биты, которые могут обернуться поражением не только для противника, но и для вас самих. Поэтому, всегда будьте аккуратны, ведь если вы набиваете много фрагов, вы набиваете себе цену и тем самым отдадите кучу золота противнику при вашей гибели. Видим Бреста, опасный противник, но мы с Вен у нас куча брони благодаря третьему скиллу. Бьем его. Уворачиваем от союзного хука. Ребята, не забывайте прожимать кнопочки. Ведь каждый грамотный скилл может помочь в бою вашему союзнику или вам самим. К тому же в конце битвы выявляется ваша статистика, сколько пользы вы принесли команде. Поэтому не стоит унывать, даже если игра идет не в вашу пользу. Один стан тоже может зарешать исход боя. Ну вот, в принципе, игра подходит к концу. Сделал пока небольшой видосик. Просто может кому-нибудь будет интересно посмотреть, попивая чай или пивко. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и поставить жирный лайк. Всем удачи!